Итак, всем привет! С вами Александр, очумелые ручки. Сегодня мы подключаем трехэтажный коттедж. Горячая, холодная вода. Вот у нас идет монтаж. Это у нас скважина. Сейчас работает. Поднимаемся вверх. Полив. Полив. Здесь бампас с краником. Нет, не буду включать. Пойдет вода. Здесь будет фильтр. Потом емкость. Тоже бампас под емкость. Потом это будет городская вода. И идем дальше. Здесь у нас будет дом, уже подпитан сам. Здесь пластик, полупропилен. А дальше будет рехава. Здесь идет монтаж, я монтирую, крепеж. Второй, там вход. Это у нас бойлерная емкость, нагрев, подпитка, холодная, нагревательный элемент котла, коллекторный нагревательный солнечный элемент, цикл и выход холодной, горячей воды тоже будет под рехава. Вот у нас цикл, виден еще, скажу. Будем ставить насос. Насос нужен в любом случае. И потом смонтируем все, запустим. Будет так вот. Всем спасибо.